Представлялся сотрудником ФСБ, предлагал устроить на работу в органы безопасности и брал за лжеуслуги гонорар. В Евпатории сотрудники погрануправления разоблачили и задержали 34-летнего местного жителя. Желающим устроиться на службу мужчина предлагал протеже, выдавал себя за сотрудника органов. После получения денежных средств в качестве вознаграждения за работу он либо пропадал, либо сообщал о возникших непредвиденных трудностях. Во всех случаях предприимчивый молодой человек объяснял обманутым гражданам, что деньги уже переданы высокопоставленным адресату. Данная мошенническая деятельность подтверждена и задокументирована. Преступление предусмотрено в части 2 статьи 159 по факту совершения мошеннических действий. Все тогда. Прошу сотрудников оперативно задержать. По версии следствия, от преступных действий торговца должностями пострадало не менее 9 граждан. По предварительной оценке, обманным путем мужчина получил около 1 миллиона рублей. В связи с раскаянием в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дожидаться рассмотрения уголовных дел в суде мужчина будет по месту регистрации. Погрануправление просят обратить внимание, что отбор кандидатов на военную службу и ведомственное учебное заведение ФСБ России осуществляется только уполномоченными на то действующими сотрудниками органов безопасности. За более детальной информацией можно обращаться по адресам и телефонам, которые вы видите на своих экранах.